Готовится генеральное наступление. Поставлена задача оттянуть на себя все силы противника для основного удара. Поэтому ты пойдешь и возьмешь Овсянников. У меня полрота осталось! Я не спрашивал, старший лейтенант, сколько у тебя людей. Я спросил, как ты понял приказ. Я даю тебе и твоей роте последний шанс искупить кровью. Фаер! Мы должны заставить их понять, что мы умеем не только отступать, но и стоять насмерть. Вы отправляете их на верную бессмысленную смерть.